Этим летом юные жители сельских поселений получили уникальную возможность путешествовать по Славянскому району, общаться со сверстниками из других станиц и хуторов, узнавать много нового и интересного об истории своей малой родины. На этой неделе ребята из Кировского сельского поселения побывали в гостях в прибрежном сельском поселении. Они стали участниками акции «В гости к соседу. Казачья слава», которая вот уже второй год проводится в рамках летней оздоровительной кампании. Ребятам рассказали об истории поселения, казачьих традициях, показали фильм, рассказывающий о жизни потомственного казака Евгения Лефира и его семьи. После участники акции отправились на экскурсию по достопримечательностям поселка Совхозного. Ребята посетили стелу памяти. Им рассказали, как жили в поселке во время фашистской оккупации, о героических боях за освобождение Совхозного. Также гости побывали на праздничной службе в храме Александра Невского, посвященной Яблочному Спасу, началу Успенского поста. После службы настоятель храма, отец Дмитрий, провел с ребятами беседу, рассказал о значении православного праздника, о том, как правильно соблюдать пост, об устройстве храма. Этот храм будет посвящен честь благоверного князя Александра Невского. Сегодняшний праздник большой является тем, когда церковь вносит крест. Все время соединить церковь находится аналогой. После храма ребята отправились на аллею трудовой славы агрофирмы «Сад-гигант», а также посетили парк «Прибрежный». После экскурсии гостей ждал мастер-класс по изготовлению оберега для дома в виде подковы счастья. Поделки, сделанные собственными руками, ребята забрали с собой домой на память о путешествии в поселок Совхозный. Анна Монастыренко, Игорь Иванчугов, программа «События».